Уважаемые друзья, на Новый год мы угостили Тоби большой костью, оставшейся после приготовления холодца. Но вы, уважаемые зрители, сделали замечание, что нельзя собаку кормить вареными костями. И вот я выкладываю видеоотчет об устранении недостатков. Купили кость, заморозили ее в морозилке, потом обдали кипятком и дали Тоби попробовать. Сначала он отнесся к ней недоверчиво, быстро разобрался, что есть что, и продолжил ее грызть. А что в конце концов осталось от нашей косточки, я расскажу в конце видео. Приятного просмотра. Прошу прощения, друзья, пока Тоби повернулся к лесу передом, а к нашим уважаемым зрителям другой частью тела, предлагаю посмотреть фотографии.
Ну вот, друзья, в конце расскажу, что случилось с нашей косточкой. Она была вся обмусолена, облизана. Мясо, увы, не сгрызено с нее. Тщательно был вылизан костный мозг, который оставался внутри косточки. Тобику он очень понравился. А где-то с полчасика, поработав над косточкой, Тобик схватил ее и побежал прятать. Теперь уже задание для хозяев – найти ее. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.